Вот и стартовал второй день путешествия факела первых европейских игр. Сегодня он обходит главные центральные точки арены Баку-2015. Побывав на арене дворца имени спорта Гейдара Алиева, факел первых европейских игр прибыл на национальную гимнастическую арену. Первым пунктом остановки бакинского маршрута факела первых европейских игр стал дворец спорта имени Гейдара Алиева. Здесь факел первых европейских игр приняла азербайджанская женщина-борец, двукратный призер Олимпийских игр по борьбе из Азербайджана Мария Стадник. Подготовка идет очень сильная, все как на Олимпиаде, ощущения, страх и все такое, как, то есть на высшем уровне, на высших соревнованиях. Национальная гимнастическая арена Азербайджана, полностью готовая к проведению Европейских игр, также торжественно приняла факел Евроигр. На сцене факел вынесла азербайджанская гимнастка, бронзовый призер чемпионата Европы по художественной гимнастике Марина Дурунда. Это вообще непередаваемые эмоции. Я очень счастлива. Это большая честь для меня. Такое великое событие в нашей стране, и эмоции переполняют. Мы очень долго готовились и достойно хотим представить нашу страну на этих первых европейских играх. А последней точкой шествия факела на второй день стала арена Баку Кристал Холл.